Thank you.
как. Я не могу терять тебя опять.
карты справим и все акценты расставим. Письмо, а лучше словами. Ты вспомни, что было с нами. Потому что вот до сих пор есть такое слово «поганное», которое называется «неформат». Но на самом деле я знаю о том, что все, что неформат, это все хорошее. И когда мы с ним разговаривали очень долго, он показал мне эту песню, говорит, ты знаешь, я ее не пел и нигде ее не показывал, я думаю, что тебе она подойдет. Когда я ее услышала, я поняла, что 89-й ли это будет год, 70-й, 60-й, 20-й. Макс – это человек, которого я могу приравнивать к таким гениям, как Достоевский, Толстой, Гоголь. У Макса никогда нет времени в песнях, и поэтому сейчас с большой гордостью хотела бы исполнить для вас песню, которая называется «Сон». Thank you.
свобода, мои чувства сильны, всего на полгода мое сердце пробьет. Последний триумф, расставание почти как смерть. Расставание почти как осколки. Мои мысли слабы, но точны, как иголки. Без тебя я хочу скорее умереть. Солнце вставало в сердце, солнце погасло там же, но я услышу шаги, тихие такие шаги, но не твои. Солнце вставало. Расставание почти как сок, выпиваешь его, но ты не напьешься, ты захочешь еще и не захлебнешься, как давно без тебя я в слове любовь. Солнце вставало в сердце, солнце там же, но я услышу шаги.
не может ездить со мной постоянно, участвовать во всех вот таких сумасшедших мероприятиях. И это моя любимая песня. Любимая песня всей моей жизни. А вы знаете, что мы сделали? Мы оставили Макса голос для того, чтобы и я, и вы его слышали. Мы вдвоем. Как будто два.
Москва. Привет. Уже? Спасибо большое. Сейчас только нужно не упасть как-то. Ой, спасибо. Спасибо вам большое. Вы знаете, я очень волнуюсь всегда, когда в Москве у нас проходят вечерины. Именно вечерины, не концерты, потому что я вообще не люблю такие слова, как концерты, как звезды, тем более. Не люблю такие слова, как сцена, зрители, звезда и рампа. Вот давайте мы сегодня проведем такую вечерину, мы сотрем вообще все. Мы сегодня с вами будем смеяться, петь, танцевать, плакать, кто захочет. На самом деле я вижу в зале некоторых людей, которые сегодня одели галстуки с пиджака. Спасибо вам большое за это. Я это оценила, но и женщины наверняка сегодня, несмотря на вот эту вот погоду сегодняшнюю, в лабутенах сегодня припрятали, одели. Скажу вам так, что думаю, что это вам не понадобится. Во всяком случае, будет вас сковывать. Потому что мы с вами будем сегодня колбаситься. И Москва. В общем, что я могу вам сказать? Я самая счастливая женщина на всей планете, потому что у меня есть вы, потому что у меня есть моя музыка. И сегодня мы постараемся сделать так, чтобы этот вечер остался, ну, если не на долгую память, то хоть немножечко осталось у вас на какое-то время. Наша живая музыка, наши песни «Москва, любимая» для тебя.
попробуй погладьте. Я хочу просто так стать кошкой. Игра без огня. Thank you.
Thank you.
женщин со мной не середин. Я не просила тебя, любовь сама утекла. Смотри, сколько есть сил в глазах. Yeah.